заслуженный артист России, почетный гражданин Твери, писатель, педагог и общественный деятель Георгий Пономарев скончался на 86-м году жизни. Прощание с Георгием Николаевичем прошло 31 мая на большой сцене Тверского академического театра драмы. Актеры похоронили на Дмитрово-Черкасском кладбище. Одной из самых известных работ Георгия Пономарева является моноспектакль «Михаил Тверской». На сцене постановка шла с 1988 года. В пресс-службе театра указано, что было принято решение продолжить просветительскую и патриотическую миссию, подготовив спектакль о житии Михаила Тверского в постановке Александра Павлишина.